Дмитрий Евгеньевич, расскажите, как подготовиться к лазерной коррекции зрения? Правильная подготовка к операции во многом определяет ее успех. Отнеситесь со всей серьезностью к рекомендациям, которые вы получите в конце диагностики. Зачастую режим подготовки к операции определяется доктором индивидуально. Хотя бы за 3 дня до операции прекратить ношение контактных линз. Но иногда этот срок может увеличиваться. Возможно, ваш врач по результатам диагностики назначит вам какие-то капли, либо препараты внутрь. Возможно, вам назначат контроль перед проведением операции. Хотелось бы обратиться к нашим прекрасным девушкам. Пожалуйста, хотя бы за 2 дня начните снимать макияж с ресниц реберного края век. В день операции не пользуйтесь духами и декоративной косметикой. Отдельная просьба к мужчине. Если ваша работа связана со шлифовкой, либо резкой, либо вы работаете в запыленных условиях, желательно перед операцией накануне также очень тщательно умывать глаза. На операцию приезжайте в удобной одежде. Не забудьте с собой взять солнцезащитные очки. Вам может и не понадобиться сопровождающий, но точно не будьте за рулем, потому что вождение в вечер после операции будет затруднено. На следующий день на контрольный осмотр вы без проблем приедете сами. Если накануне операции вы чувствуете, что заболеваете, либо уже простужены, операцию лучше отложить. Отнеситесь со всей серьезностью к подготовке к операции. Да, это быстрая и высокотехнологичная процедура, но все же она требует ответственного отношения не только со стороны врача, но и со стороны пациента.